с Леночкой сегодня рисовали для тех мест, где наша церковь уже успела провести свои служения, побывать в Санкт-Петербурге и в Москве для двух гостиниц. Подарки к Рождеству, и мы перейдем дальше, чтобы что-то им осталось. И когда я думала, что, то я хотела, чтобы это было напоминание о Господе. Чтобы, глядя на эти картины, люди, на картину эту, люди понимали, что все сотворено Господом, что все в Его руках, что они могут быть защищены в руках Творца, и что это огромная планета, это огромная вселенная, но человек, он всегда в руках Господа, его судьба. И пусть это, я бы хотела, чтобы сейчас еще Леночка рассказала о своей картине. Мы не сговаривались, но тема примерно одна и та же. И я колебалась между этим и этим, и Лена тоже. Ну, короче, не то, что колебалась. Все время стояла эта картина перед глазами, а у Леночки вот это. Скажи, пожалуйста. Я получила слово к этой картине. Это я рисовала для гостиницы «Москва». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». И каждого из нас Господь забрал из темноты. Он дал нам веру, дал нам надежду, дал опору, чтобы мы ходили в Его свете. И для Бога нет жизни такой унылой и безнадежный, чтобы он не смог бы наполнить ее новым содержанием. Для Бога нет угла настолько темного, чтобы он не мог осветить его. И Господь сказал: «Придите ко мне, и будете ходить во свете». И тогда черно-белый мир, он меняется на мир Божьего света, на мир живых красок. И даже в самые темные времена нам может казаться, что мы можем чувствовать, что мы ниже и ниже, можем быть в отчаянии, уже не можем дальше идти, тогда Господь, Он сам берет на руки и несет. И Он поднимает из темноты, чтобы мы воссияли. И когда мы открываемся как дети перед Господом, не думая о том, что было вчера, несмотря на то, что было вчера, то когда мы открываемся пред Его удивительной и пред Его благодатью, пред Его праведностью, пред очами неба, то мы чисты. И тогда мы приходим в тот образ, в полноту того образа, который Господь предназначил для каждого из нас. Ну, то, что у меня было на сердце. Женя. Дорогой Господь, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты каждого из нас призвал в дивный свой свет.
за то, что ты каждого отделил от всякой тьмы. Мы благодарим тебя за то, что мы люди, взятые тобой в отдел. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что мы могли собираться в этих местах, в этих гостиницах. Мы благодарим тебя и верим, что это твоя воля, Боже. Мы благодарим тебя за это, за то, что могли на этих местах служить тебе, служить людям. Слава тебе за все, Господи. И мы молим тебя, Боже, мы молим тебя за всех тех людей, которые там работают, которые там служат, которые там были, будут и есть. Мы молим тебя за тех гостей, которые будут приезжать в эти гостиницы, которые будут останавливаться там. И мы говорим, что сейчас время вашего спасения. Мы говорим, что сейчас время вашего исцеления. И вы надобны Господу. Да придет твоя свобода от всякого рабства, от всякого угнетения в жизни людей. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты тот свет, который прогоняет всякую тьму. Мы благодарим тебя, Папочка. И стоя на этом месте, мы поклоняемся тебе, мы воздаем тебе всю славу и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы они на самом деле разрушали эту тьму, чтобы они имели свое действие в сердцах людей. Господь, я благодарю тебя и благословляю эти картины быть напоминанием о тебе. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Пусть эти картины будут в сердцах людей напоминание о Господе, напоминание о Творце, напоминание о спасении, напоминание о защите, напоминание о том, что нужно веровать. Господь, я благодарю тебя, что они будут будить веру в сердцах людей, что они будут будить сердца для Господа. Напоминать и просто призывать их к спасению. Благословен Господь. И пусть Твое действие, оно будет на этих местах. И Твоя сила, и Твое очищение, и Твой свет да будут там, на тех местах, где мы когда-то проходили. Слава Тебе во имя Иисуса Христа.